честь открытия нашего магазина подарков «Арбуз» специально для каждого из вас. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите, у нас свободная атмосфера, а мы всем дарим радость и подарки. Сегодня знаменательное событие. В городе Камышине наконец-то появляется суперский магазин, по-другому я никак его не могу назвать. Это замечательный магазин подарков. И что там за подарки, расскажет Анастасия, почему и как? Я рада сообщить, что именно в нашем магазине все самые современные новинки. Таких подарков больше нету нигде в городе. Поэтому игрушки, игры, современные гаджеты, все есть у нас. Приходите, все в наличии. Также мы хотим услышать от вас, какие вы хотите видеть подарки. И с удовольствием мы найдем и привезем их вам. А почему, собственно, мы решили назвать наш магазин «Арбуз»? Легко и просто. «Арбуз» у нас ассоциируется с Камышином в первую очередь, потому что негласно называют Камышин первой столицей арбузов. И вот в честь этого у нас в городе появился магазин с таким прекрасным солнечным названием. И мы еще раз дарим вам частичку лета, потому что арбуз яркий, сочный, теплый и напоминает нам о веселье, солнце. Аплодисменты, друзья! Ну что ж, мы начинаем наше арбузное мероприятие. Но для начала хочу спросить, здесь из присутствующих поднимите руки, кто не ел еще в этом году арбуз? Нет, бегом, 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 кушайте арбузы. Смелее, смелее. Кто смелее, не смелее. Ел в октябре арбуз? Спросим так, ребята, кто-нибудь уже пробовал его? Остались вот практически последние сладкие ягоды. Девушка, подходите, я слышу, вы пищите, что вы не ели. Подходите, кушайте. Наверное, Настя, ты расскажешь кратенько суть этого. Я думаю, все понятно. Берите, пожалуйста, по этому маленькому кусочку. Он хитрый, он выбрал реально самый маленький. Смотри, Настя, наверное, Петр Первый бы сейчас вам бы лично позавидовал. Давайте, уже почти-почти все. У него самый сладкий кусочек, он самый мягкий. Получаешь супер шляпки с нашей эмблемой, с нашим логотипом арбузом. И ребята получают, конечно же, помимо вкусных арбузов, также получают подарки от супермагазина «Арбуз». Аплодисменты супер шлепкам и аплодисменты всем участникам! У-ху! А что такое? Это колокольчик. То есть это сейчас... волшебный колокольчик, который выполняет ваше желание. Можете на выпускном сажать себе первоклассницу, она будет звенеть в этот колокольчик. Аплодисменты еще раз, Евгений. Да, мы начинаем. Давайте сначала познакомимся. Подожди. Это мама Вика волнуется. Как зовут? Лена. Как? Леночка, Леночка, смотри. Твоя задача будет очень простая. Тебе будет первый номерок. А вы внимательно смотрите в свои номерки. Так, 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 так. Угу. Номер 46. Аплодисменты. Где номер? О, как вас зовут? Аплодисменты Татьяне. Она получает у нас что? Это сольница. Как раз подарок для женщины. На... О, есть. Оп, тебе достаются. Екатерина, аплодисменты. Катюшке достаются баксы. Тебе валюта другая, тебе Америка, то ему Россия, тебе Америка. Аплодисменты Екатерине, мы движемся дальше. Леночка, пожалуйста. 53. 53 нету. Ну, на нет и сюда нет, как говорится. А кому-то давали его, да? Возможно. А кому-то не давали. Так. О, какая красивая девушка. Нет, нет, идем дальше. Так. Нам приходится все глубже и глубже залазить, потому что у нас номера... Номер 13! Номер 13! О-о-о! Мама! Ну что ж, мама, вам достается скидочная карта магазина «Арбуз». Аплодисменты, Виктория. 5%. Виктория, вам аплодисменты. Вот видишь, красавчик. Да что ж такое? Нас одна молодежь сегодня побеждает. Это правильно. Так, также вот подарочная карта. Александру, победителю, аплодисменты. Спасибо всем, кто пришел. Ждем вас в нашем магазине. Арбуз всегда дарит радость всем камышанам. Вас развлекали Анастасия Сорокина и Евгений Куропаткин. Спасибо вам, всем магазин «Арбуз». Ну, спасибо.